Как часто вы задавали себе вопрос, что вам немножко не хватает денег на тот или иной гаджет, и вам действительно негде их взять, зарплата не позволяет, друзья не одалживают, банки не кредитуют и тому подобное и так далее. Сегодня мы поговорим в рубрике «Как взять кредит действительно онлайн с помощью вашего приложения на смартфоне, либо с помощью вашего компьютера, не ходя ни в какие кредитные организации». Это новое видео на канале Gadget Mania. Мы начинаем. Рубрика «Как». Поехали! Итак, дорогие друзья, перед тем, как начать это видео, хочу порекомендовать вам канал Matrix Paradise, уважаемого моего друга Александра Мардынского. Парень делает офигительные влоги, очень качественные распаковки товаров из Китая. У него действительно талант удерживать публику. Я смотрю его уже больше, почти вернее, полгода. Жду с нетерпением каждое видео. Это ни в коем случае не реклама, это дружеский, скажем так, поступок. Проходите по аннотации в этом видео, по ссылочкам в описании. Обязательно подписывайтесь на Сашу, смотрите его видео, комментируйте. Парень действительно живет для своих подписчиков и рассказывает все самое полезное в своих видосах. Итак, сегодня мы поговорим о финансовом инструменте под названием «Кредита 24». Действительно, стоит ли ходить в банк для того, чтобы занять небольшую сумму денег, нести туда свои трудовые книжки, искать поручителей, предоставлять какие-то справки? Стоит ли вообще заморачиваться, если вам действительно нужна небольшая сумма денег, 1000, 2, 3, 5, 10, 20 тысяч рублей? Конечно же нет. В мире, в котором мы сейчас живем, все практически делается через интернет. И вот существует такой сервис, называется он «Кредита24». Я его крайне рекомендую своим подписчикам. Почему? Потому что вы, находясь у себя дома, за компьютером, заполнив заявку, потратив на это несколько минут, об этом надо знать только свои паспортные данные, свой номер телефона и почта, и почту, больше не ходить никуда не надо, вам заявку оформят, то есть дадут согласие или несогласие всего за несколько минут. При этом вы, в принципе, потратите минимум своего личного времени, и деньги попадут сразу вам на карточку. Сейчас вы увидите, скажем так, видео, которое будет снято с записи экрана, потому что сервис, который действительно пришел к нам из Запада и объединил в себе все те технологии, за которыми мы следим в последние годы. Давайте приступим, изучим и посмотрим, как и что, может быть, действительно стоит попробовать, если вам нужна совсем небольшая сумма денег и вы не хотите идти в банк. Итак, поехали. Итак, дорогие друзья, мы перешли в интерфейс сайта кредита24.ru, и здесь все очень просто. Самое, что мне понравилось, это то, что здесь указаны действительно все те проценты, которые вы переплатите за ту сумму денег, которую вы возьмете в кредит. В банках, и особенно в середине 2000-х, в конце 2000-х, первой декады 2010 года, многие банки, не секрет ни для кого, они действительно могли скрыть от вас какую-то страховку, процентную ставку, и в итоге чистая сумма взятых денег в долг превращалась, допустим, взяли там 50 тысяч рублей, в итоге там отдали 150 тысяч рублей. Почему? Потому что где-то в договоре мелким почерком, мелкими буквами было написано, что вы должны оформить страховку и переплатить за нее там 58% годовых. Перед нами очень простой интерфейс сайта кредита24.ru. Здесь вы можете сразу выбрать сумму, желаемую сумму, которую вы хотите взять в кредит. Сразу обращу ваше внимание, что если вы заморачиваетесь с этим в первый раз, вам дадут не больше 8-9 тысяч рублей, по-моему, 8. Значит, допустим, нам, к примеру, нужно 8 тысяч рублей, и кредитуемся мы, к примеру, на неделю. То есть 8 тысяч рублей на 7
дней календарных, и за это мы переплатим 1063 рубля. Сумму к погашению 2062 рубля. Я считаю, что это не такие большие деньги, я имею в виду переплата, не такая большая переплата в том случае, если вам действительно нужны деньги здесь и сейчас, без похода в банк, без похода еще куда-то. Существует очень много микрофинансовых учреждений, чуть ли не на каждом углу, не на каждой остановке, если особенно вы живете в большом городе, но мы тоже живем не в маленьком городе, и озадачились таким вопросом, можно ли взять действительно онлайн деньги в долг. Да, действительно можно, нашли вот такую вот систему кредита24.ru и пытаемся ознакомить вас с ней. Итак, на самом сайте все действительно очень прозрачно, вы можете ознакомиться, как это все работает, здесь все написано. Еще одна фишка этого программы в том, что даже если у вас есть кредитная история и она плохая, то именно эта программа работает конкретно даже с теми людьми, у которых когда-то случилась жизненная ситуация, и они действительно либо не выплатили кредит, либо платили его с просрочками. В общем, кредита24.ru описывает здесь всю эту ситуацию и позволяет именно таким пользователям, таким клиентам обратиться в их учреждения и там оформить кредит. Конечно же, существует в самом низу у нас указаны, как и за что вы платите, процентная ставка, она нигде не запрятана, она самая главная на первой странице. Обязательно все прочтите, потому что деньги любят счет, и особенно когда вы берете у кого-то их в долг, то лучше ознакомиться со всеми процентными ставками. Я думаю, что здесь не стоит, допустим, много говорить о том, сколько вы переплатите, но хотелось бы обратить отдельно внимание на вкладку на сайте, раздел поддержки. Здесь уже, видать, люди задавали вопросы, и создана база ответов, как и что вы делаете, вернее, как поступить в той или иной ситуации. Допустим, к примеру, обязательно ли подключать свой аккаунт в социальных сетях, или там я послал деньги на получение денег займа, когда я получу ответ. Ответ вы получите, друзья, в течение просто буквально нескольких минут. Все, еще уникальность системы в том, что все делается автоматически. Человеческий фактор здесь полностью исключен. Система работает, то есть создан какой-то специальный робот, который на основании ваших данных, и пробивая вас или еще как-то делая, он делает вывод, стоит вам одолжить деньги или не стоит. Ну, в 90% случаев одалживают всем, как я уже ранее упоминал, одалживают даже тем людям, у которых плохая кредитная история. Если вы, причем это описывается так, что вы можете исправить свою кредитную историю, если вы будете брать и вовремя возвращать свой займ именно в этой организации. К примеру, мы взяли 9000 рублей, точнее 8000 рублей. Взяли мы 8000 рублей, к примеру, на 14 дней. Мы переплатили... Почему-то 15? 14 мы хотим. Мы переплатили за это 2135 рублей. Соглашаемся с этим, нажимаем кнопку «Получить деньги». Нас здесь ознакомливают о том, что мы должны иметь под рукой, потому что деньги поступают на вашу карточку и... При желании, вернее, как сказать, обязательным условием это то, что вы должны иметь прописку в Российской Федерации. И здесь единственное, что вам придется заморочиться заранее, но это надо будет сделать всего лишь один раз, это сделать скан вашего паспорта. После этого вы оформляете заявочку, пишете свою фамилию, имя, отчество, выбираете пол, дату рождения, место рождения, указываете электронный адрес, указываете свой мобильный телефон, указываете, есть ли у вас свой домашний телефон. По-моему, в 2015 году он есть, даже его нет у бабушек, поэтому ставите «нет». Здесь уже по умолчанию выбрано «нет». Создаете пароль, ознакомливаетесь с
согласием на обработку персональных данных. После этого нажимаете кнопку «Далее». Проходит несколько минут, вернее, загружаете скан своего паспорта, вбиваете данные своей карточки, это может быть зарплатная карта или какая-то другая дебетовая карта, может быть кредитная карта любого банка в Российской Федерации. После этого проходит всего лишь несколько минут. Как мы видим по верхней строке, это всего лишь 6 шагов, займет 10-15 минут, и вы получите решение тоже в течение 10 минут, и деньги вам, соответственно, придут на вашу карточку. Я считаю, что пока, причем этот сервис, он действительно позволяет покинуть, да, страницу. Этот сервис объединяет, точнее, в себе очень-очень много сервисов, таких как «Домашние деньги», и, как я понял, изучив данный сайт, пока им не пользовался, но я буду иметь в виду, если действительно мне понадобится какая-то сумма денег, просто захотелось поделиться с вами именно в новой рубрике «Как?». И это связано, наверное, с краткосрочными какими-то покупками, к примеру, идет какая-то акция на Алиэкспрессе, либо в другом, любом интернет-магазине, без разницы, в Китае он находится или в России. И у вас действительно, допустим, зарплата там через 5 дней, а, к примеру, там какой-нибудь смартфон со скидкой 55% стоит там 100 с лишним долларов, это там 7 тысяч рублей. Почему бы нет? Зашли сюда, вы будете в курсе, обязательно ознакомьтесь со всем, прочтите всю эту информацию. Вы зашли сюда, ознакомились, один раз заполнили все, что от вас требуется заполнить, как бы, и после этого я тоже почитал отзывы людей, действительно отзывы не фейковые, а настоящие. Это очень легко проверить, потому что когда боты накручивают отзывы, они потом на них не отвечают. Здесь же на все отзывы есть какие-то ответы и так далее. И уже второй раз и последующие разы вам не стоит уже никаких сканов паспортов, карточка ваша уже будет в системе, если вы действительно выполнили все условия займа вовремя и в срок, деньги вам будут поступать просто в течение нескольких там секунд. Вот такое получилось короткое видео. Обязательно подписывайтесь на канал, проходите по ссылочкам в описании. Обязательно подписывайтесь на канал Александра Мардынского, канал Matrix Paradise. Обязательно приходите к нам на трансляцию, на презентацию. Трансляцию от нас, презентация от компании Apple 9 сентября в 8 часов вечера по Москве. Мы будем вдвоем комментировать, а может и не вдвоем, но будем комментировать все, что будем видеть на экранах своих компьютерах, как-то на это реагировать. И обязательно ждем вас в гости. Проходите по ссылочкам в описании. Ссылочка на этот сервис, для того, чтобы вы не забыли, также будет первой ссылкой в описании к этому видео. Проходите, ознакомливайтесь, и если вам в жизни пригодится, получится такая ситуация, что вам нужны будут деньги, вы уже будете знать, куда обратиться. Спасибо за внимание, всего доброго, пока-пока!